Хорошие дороги – не повод превышать скорость. В Самаре на улице Новосадовой произошла авария, в которой пострадала женщина. Легковая «Ауди» на полной скорости врезалась в десятку. В ней находились три человека. Сильные ушибы получила пассажир, которая находилась на переднем сидении «Лады». Вся сила удара пришлась как раз в правый бок автомобиля. Женщина оказалась зажатой в салоне. ДТП произошло в начале 4 часа дня. Помощь, несмотря на плотный вечерний трафик, приехала быстро. На месте в течение 10 минут оказались медики, а за ними прибыли спасатели. Они освободили пострадавшую и донесли до скорой, где врачи оказали ей неотложную помощь. Теперь правоохранителям предстоит установить причины и виновника аварии. Я ехал, поворачивался, все пропускали, газел проехал, еще одна машина проехала. Не знаю, откуда прилетел и в меня врезался. Водитель, что, вышел, обматерил. На большой скорости ехал, еще обматерил, что еще скажешь.